Все. Начинается первый раунд. После долгого перерыва, четырех лет, я не боксировал, а до этого последний бой у меня в 2012 году по любителям. Был большой перерыв по состоянию здоровья, ну и по жизненным проблемам. Так как сейчас стремимся к этому. Конечно, первый профессиональный бой дебютный, он всегда трудный. Но ничего, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Как будто привезел куда-то к друзьям, к старым знакомым. Приняли вообще прекрасно. Дали вчера возможность потренироваться, в свой зал сводили. То есть, на самом деле, даже как-то не почувствовал, честно скажем. Как будто дрался у себя в зале. Руки держи! У нас же 5 же раундов там запланировано. Я думал, что он там начнет со второго, с третьего раунда, как и принято. А он начал с первого раунда так и, скажем, там как бы там навязывать свой темп. Вот, чуть-чуть у меня и тактика, она была со второго раунда, и только я начинать мне работать. Но мне пришлось там и подстраиваться. И я вам скажу, что и парень далеко не прост, просто я и попал на встречу. И, так сказать, я первый. То есть, если бы он бы мне бы попал, бы закончился бой бы в ту же сторону, бы с таким же результатом. Вес, вы сами знаете, если под 100, а у нас с ним по 102 и по 103, там каждый удар может там оказаться там, окончательным. Поэтому все мои там, и ожидания о сопернике, я ничуть не разочаровался. И на самом деле и парень неплохой.